Это видео для тех, у кого при торможении с высокой скорости бьет в педаль тормоза. То есть в педаль бьет, а в руль нет. Проблема на самом деле в биении тормозного диска. Он просто бьет по поршню. И чтобы устранить эту проблему, нужно, конечно же, поменять тормозной диск. Нужно правильно демонтировать старые диски. Нужно вычистить скобу тормозного суппорта, заменить колодки. Почистить как следует ступицу, чтобы она была идеально ровная. Обработать ее, чтобы в будущем не было коррозии и диск не расперло. И, соответственно, самое главное, поставить качественный тормозной диск. Мы уже давно устанавливаем тормозные диски, как передние, так и задние, компании Mobiland. Чешское качество, ни разу не было проблем с биением при правильной установке. Друзья, ну если вам также поменяли новые диски, и они все равно у вас бьют, ссылочки в описании, бегом за Mobilandом.